Ой, Ангиера. Печушка какая-то. Замин. 27 градусов. Минские горы пошли. Горы, да, сухие. Практически там растительности никакой нет. Красота. Зеленая, желтая, черная, голубая. Кажется, уже мы подъезжаем. Скоро будет высадка. Приехали в Самарканд. Жили в гостинице «Ориент Стар» на Дагбитской. Чистый, хороший отель, номера чистые, есть все необходимое. В ванной комнате есть все, полотенце, тапочки, все есть. Также есть бассейн. Бассейн есть. Очень красиво здесь. Мне нравится. И недорого. Вот садик есть. Такой красивый. Сосна растет вон. Сосна, орешина. Сирень индийская. Вот так красиво. Вот такая красота. Вот такая красота. Сегодня солнышка нету. Вот такая красота. Растения. Вот такая красота. «Ориент Стар», гостиница самаркандская. А это ресторан «Самарканд». Мы сейчас наверху сидим. Хороший ресторан. Здесь все есть. Мы сейчас находимся возле мемориального комплекса исламской архитектуры, основанного в 16-17 веках, Шахин Зинда. По преданию здесь захоронены все предки тимуридов и кахинидов. Здесь все захоронения. Вот мы сейчас заходим сюда, в этот комплекс. Да. Здесь можно уже мечеть почитать. Бисмиллях. Вот здесь вот 36 ступенек. Вот наверху этот комплекс. Здесь захоронен шах, который приехал сюда в эпоху зороастризма, чтобы здесь учредить ислам, для проповедничества ислама. И вот когда в один из его чтений намаза ему отрубили голову. И на этом месте забил святой источник по преданию. И вот этот святой источник оживил его. И считается, что он и до сих пор жив, по преданию. Вот. Но тут закрыто, но мы немножко сейчас
Вниз поднимемся. Вверх поднимемся, вот, посмотреть. В обход. Вот это все захоронения древние. Вот мы наверху. Сверху так выглядит этот мемориальный комплекс. Здесь видите все вот этим орнаментом. И в каждом орнаменте аяты из Корана. Здесь вот все написано. Аллах Мухаммед написано. Аллах. Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулиллах. Вот здесь на куполе. Вы можете прочитать. Вот там вот тоже написано. На входе тоже объясняется, для чего это построено. Так, сейчас мы дальше пойдем. Вот идем. Еще здесь захоронены потомки тимуридов. И в частности его племянницы. Одна из племянниц по имени Шадия была наделена неземной красотой. Но, к сожалению, она заболела неизлечимой болезнью. Сколько табибов приходило, чтобы ее излечить. Все это было вот в 15-16 веках. Ни один табиб не смог излечить от этой участи смерти. Она умерла. И вот здесь в честь нее было тоже воздвигнуто одно из захоронений. Вот. Это племянница потомков тимуридов. Амар Тимура, Тимурлана. Может быть, вот это какой из них. Вот. Таким прекрасным орнаментом. Здесь вы видите. Тоже надпись есть здесь. Все переплетается. Мавзолей Уста Али на Софи. Вот оно. Построен мастером Али из Насафа. Карши в 60-е 70-е годы, 15 век. Вот, это Уста Али на Софи. Мастером построено. Можете видеть его захоронение. Это тоже его усыпальница. И что интересно, здесь, несмотря ни на какую температуру, что хоть сколько градусов бы не было на улице, здесь определенная температура все время поддерживается в этих местах. Посмотрите, какие здесь причудливые орнаменты. Здесь везде спрятаны, можно прочитать строки священного Корана. Здесь они записаны все. В каждой вот этой плитке можно это прочитать. Вот Аллах написано, вот видите здесь. Мухаммад, Аллах, здесь везде вот так написано. Вот. Вот они, захоронения. Начинаются тоже здесь. Ассаламу алейкум. Яхлаль Кабур. Приветствуем население вот этого Кабрыстана. Они нам, конечно, не могут ответить, но они слышат. Внутри они говорят. Эта надпись здесь гласит. Мульк. Здесь вот говорится, что все принадлежит Аллаху. Все мирское, все небесное, все принадлежит, все создано Аллахом. Все принадлежит Аллаху. Каждая душа вкусит смерть. Никто не останется жить в этом мире вечно. Все мы умрем один день. XVI век. Двери. Этот мавзолей воздвигнут в честь полководца Амира Тимура.
и его лашкаров, воинов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему, сказал: «Хусам ибн Аббас больше других людей похож на меня характером и внешностью». Вот это двоюродный брат, который я вначале рассказывала, которого убили, отрезали, отрубили голову ему во время прочтения намаза. Здесь написано. Ворота Дарвана изготовлена в 14 веке мастер Саид Юсуф из Ширазы. Двери рая открыты для правоверных. Здесь написано. Двери рая открыты для правоверных. А вот здесь похоронена по преданию одна из жен Амира Тимура Кутлух-Хако. Сувенирчики на память. Чутки, тасбихи, национальные куклы, сумочки национальные, часы на память, ножики ручной работы, ручные ножики. Вот тумары есть. Для машин повесить. Аллах написано здесь. Вот можете здесь себе купить на память что-нибудь. Ну, прокатимся. Сейчас до Регистана. До Регистана. До Регистана. Под ведущим. Ну, я же говорю, пешком надо идти. Покушать. Здесь вся еда. Кофе тайм. Кофе тайм. Супер. Дальше поедем еще. Регистан. Регистан. Вот здесь когда-то была мадраса Улугбека. Здесь учили Куран. Куран Керим тут изучили, становились Куран хафизами. Ученики читали Куран, здесь учили священное писание Куран Керим. Ну, сейчас здесь сувенирная все лавка. Когда-то была мадраса Улугбека. Вот в этих комнатках все читали намаз, изучали Куран Керим.
священные аяты, учили Коран, заучивали наизусть. Теперь все это превратилось в историческую достопримечательность. В этих комнатках ученики мадрасы изучали Коран. Какая красота есть. Везде каллиграфически написаны суры, аяты и сур. Да, когда-то здесь все, жизнь здесь вовсю кипела, все обучались. Ну и продолжать надо. А это Масджид Дель-Акори на площади Регистана. Под золотой мечетью. Ну вот настало время магриб намаза. Едва-едва издалека слышно азан. Очень бы хотелось, чтобы в этих местах звучал азан. И верующие могли читать в мечетях намаз. Альхамдулилля, прочитали намаз. И вот таким прекрасным закатом солнцем нас встретил магриб. И посмотрите, луна. Альхамдулилля, альхамдулилля, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ля иляха илля Мухаммаду Расулилля. Ля иляха илля Мухаммаду Расулилля. Валлаху альхамд.
обсерватория Улугбека. Обсерватория Улугбека. Вот он спускался сюда. А это книга победоносных походов Амира Тимура. Датируется 15 веком. Автор Шарафиддин Али Тизди. Образцы учебных книг в медресах 15 века. Миниатюра. Керамические посуды эпохи Мирза Улугбека. Вот это каллиграфические предметы эпохи 15 века. Пенал, лампа, чернильница. Пенал, лампа, чернильница, карандаш. Вот так люди писали в древности. Лампаду включали, в чернила окунали, вот это пюро у них такое было, они писали. А вот это деньги 600-615 годы. Какие красивые деньги, ты посмотри. Ничего себе, толстые монеты, наверное, серебряные, дорогие. И здесь изображен штанц. А это часть астрономического прибора, фрагмент, который пользовался Мирза Улугбек. Конечно, как без самаркандского плова. Вот дали такую дощечку с ножиком. Судя по всему, люди сами себе мясо режут, нарезают. Два салатика. Вот сейчас будем ждать плов. Самаркандский плов дивзира вообще. Это кафе Мона на перекрестке Дагбетской. Тут иностранцы любят это кафешко. Здесь пиццу делают, много разных пирожных. В общем, хорошее кафешка, одна в своем роде такая здесь. Вот пиццу сделали, три сыра называется. Хорошее место, хорошее.